Итак, у нас сет номер 4. Мы закончили, ну, мы уже в первом сете, да, разогрели. Во втором сете вибрационные прошли приемчики. В третьем сете кулачковые техники уже разогрели достаточно глубоко, промяли человека. Каждый раз, уходя все глубже и глубже, закончили на растрясании позвонков перпендикулярно позвоночному столбу. И переходим к локтевым техникам. Это входим еще глубже, да? Вот первый прием, это нож входит в масло. Мы как бы разрезаем человека пополам. То есть от тонкого пальца все шире, 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 да? И проходим вот по вот этим мягким тканям. То есть над гребнем подвздошной кости и под плавающими ребрами. Так, мы разделяем тело, декомпрессируя его в разные стороны. Как я уже говорил, да, L5S1, точка камня преткновения. Все, что выше, толкаем вверх, то есть ниже, толкаем вниз. Подвздошная кость, она идет под углом, получается, немножко. То есть вот видно, где заканчивается зона ягодичных мышц, да? Но это еще не конец ягодицы. Вот так еще прощупайте. Где-то вот сантиметров 5, это вот, получается, подвздошная кость заканчивается. А у женщин вообще сантиметров и 8, и 12 бывает. То есть еще вот такое расстояние, представляете? У женщин еще выше, вот. Вот она идет, видите, немножко под углом. То есть мы под этим углом, получается, входим сюда. Чтобы не было больно, особенно костью по кости, не стучим, да, ни в коем случае, ни по позвоночнику, ни по подвздошной кости. То есть промахиваемся, то есть вот под таким углом входим. И чтобы не было, опять же, больно костью по кости, да, мы отсюда отступаем небольшой такой валик. Как бы от самой косточки 2-3 сантиметра чуть выше, вот так вот, да. Вошли одной рукой, вот уперлись в тазовую кость, да, и отодвинули таз назад. В этот момент мы успеваем войти второй рукой, уперлись в ребра и отодвигаем их назад. Но опять же, костью по кости не водим. То есть, если по ребрам пройдете вот так вот локтем, да, острием, будет просто больно, человек закричит и убежит от вас. Поэтому вот мы разворачиваем руку вот мякотью, да, и отодвигаем за ребра сюда, из лопатку. Вот. Вторая рука входит, раз отодвинули, третья входит. Отодвинули, четвертая рука входит. Это у меня уже 6 рук, как у богини Шивы. Входим и отодвигаем. Чувствуешь, как раздвигается, да? Ну и внимательно смотрите, что тут уже идет работа на кости. То есть мы уже не мясо двигаем, да, а именно кости, вот в кости упираюсь. Смотрите сами, есть люди очень чувствительные, поэтому локтем некоторым не доводим вот так, да? Тогда вы просто ладонями отодвигаете. Вот. Некоторым людям вот, упрощенная техника. А те, кто позволяет, да, терпит, то можно прям локтем. Только, опять же, не резко и не сильно по почку заденете. Мягко. Это делается мягко. Вошли, плавно отодвинули. Вошли, отодвинули. И у нас одна рука остается на ягодицах. Продолжаем движение. Как закончили, только следующий прием. Эта рука продолжает отодвинать трапецию. А это делают концентрические круги по ягодичным мышцам, вот глубоко по кругу их раздавливая, разминая. И заканчиваем над ямочкой. То есть получается у нас большой круг концентрический. Раз, два, три, четыре. Четыре круга сделали. Далее рукой будем, а в этот момент разминаем. Второй прием. Четыре параллельных линии отодвигаем назад. Вот за мышцы стараемся всю поясницу отодвинуть назад. Вот, декомпрессируем назад. А эта рука в этот момент догоняет нижнюю руку тем, что схватила позвоночник. Вот, схватил вот прям. С одной стороны, если схватил, и с другой косточками захватились, да? И растрясаем их в сторону. Вот, но тут сложность в том, что руки должны работать одновременно, да? Сейчас мы потренируемся, чтобы наш мозг мог управлять и одной, и второй рукой. Мы, подожди, на видео оставим, мы потренируемся. То есть нам надо будет одной рукой делать одно движение, другой рукой противоположное. Например, тут круги намотаем, да, тут вверх-вниз работаем. Потому что, смотрите, это вот круги делает рука, это разминает. Просто плечи. Раз, два, три, четыре круга сделать. Теперь это захватил позвоночник, а это параллельно отодвигает таз.
То есть руки работают сейчас перпендикулярно друг другу. Закончили, спустили лимфу вниз вот. И теперь мощным захватом всю теперь, все ягодичные мышцы, да, большую, среднюю, малую, захватываем снизу, а тут раздавливаем локтем. Раз, и в другую сторону. Раз, раз, вот такая вот разминка плотная. Восьмерочка такой-то мышцы. Размотали, дальше ушли опять сюда, вот предплечьем поднимаем трапецию опять, да? А в этот момент этот локоть становится над косточкой подвздошной, вот опять 2 см, сделали складочку, да, чтобы кость по кости не стучали. И пробиваем таз вниз, декомпрессируя таким образом туда. При этом можно спросить у человека, когда я стучу, здесь боль отдавала? Нет, да? Значит, это гарантия, что грыжи нет. Иначе будут такие нервные прострелы. Возвращаемся обратно. Ну, либо плавно вот так вот возвращаемся. Также, смотрите, кто-то терпит, когда вот, в принципе, бьет со всей дури, да? Кто не терпит, можно помягче. Просто так протолкали чуть-чуть назад. И теперь нас интересуют пара вертебральной мышцы по всей спине. Сначала проходим себя широко. Вот по всей спине. Раз, два. Концентрическими кругами. Концентрические круги у нас идут вдоль позвоночника снизу вверх. То есть они не в эту сторону. Понимаете, да? А вот в эту сторону, чтобы позвоночник его опять декомпрессировать. То есть получается, с этой стороны мы крутимся против часовой стрелки, а если с этой стороны будем крутиться, то по часовой стрелке. Локтем. Локтем также выбирайте. Можно давить острием. Кто-то терпит, кому-то прям надо прям острием, да? Кто-то не терпит, вот этими двумя косточками повернули локоть боком, да? Кому-то еще мягче надо, вот этим треугольничком. Таким вот можете сделать, да? Вот, например. Или вот там, вот можно маневрировать. Соответственно, первые круги сделали широкие. Далее нас интересует реберно-поперечное сочленение. Вот они идут, да? И мы их декомпрессируем, то есть каждый удар, спирали те же самые, только более мелкие, да, они ударяют именно в эти сочленения. Опять же, у позвоночника идет вверх, сочленению поворачиваем и такой маленький ударчик сюда делаем. Можно ту руку, которую и делали, вторая рука у нас усиливает, видите, вверх поднята, не вот так локоть висит, а вот вверх. И теперь раз, пропускаем плавающие ребра, да, и вот с этого ребра начинаем. Раз, два, три. Неудобно вам этой рукой делать, да? Не вопрос, можно заменить вот такой угол сделать, да, и с этой стороны пройтись другим локтем. Если надо, иногда, да, вот прям чувствуется, что, например, что-то там торчит, вот выпирает, да, прям нужно упереться и вот головой, как маховиком, толкнуть себя в плечо. И рукой дополнительно, видите, такой толчок получается. Опускаем руку, получается техника рубанок. Можно так схватить, можно так. В общем-то, не важно, но я для наглядности вот так включу. И растираем теперь всю зону целиком. Раз, два, три, четыре. Четыре линии прохода получается. Остановились на ягодицах. Отодвигаем их в ту сторону. Раз, два, три, четыре. Квадратную мышцу раздвигаем, раз, два, три, четыре. Широчайшую мышцу раздвигаем, раз, два, три, четыре. И трапецию. Она идет вот туда вместе с лопаткой. Меняем уже угол вот такой, да, отдвигаем туда, раз. Видите, движение энергичное, очень быстрое, энергичное. И где остановились, продолжаем следующее движение. Добавляем вторую руку и теперь двигаемся параллельно друг другу. Раскачиваем всю его спину перпендикулярно позвоночнику, параллельно столу. Растираем и раскачиваем одновременно. Далее опять отодвигаем, растягиваем квадратные мышцы. Между плавающими ребрами и подвздошной косточкой внедрились лодочки. Вот такой раз и растянули. Тут работают у нас вот эти вот косточки в основном. Растянули. Здесь сочленений нету никаких, просто тянем на выдохе. Можно еще раз.
Кому-то надо по несколько раз, тогда можно задержаться здесь. Далее у нас осталось плавающие ребра, пропускаем, да? Получается сколько? Из 12 ребер минус 2 ребра остается 10. Между ними промежутков сколько? 9. Да? То есть условно мы должны 9 раз. Так внедриться. Наш удар идет, видите, коротенький. То есть мы работаем еще раз не на мясо, а на кости. Вот это косточкой мы вот внедряемся в межреберное сочленение и раздвигаем их. Опять вот это реберно-поперечное сочленение нас интересует. Плавающие ребра пропустили. И шею отодвинули. Это мы поставили вот причал. Поставили лодочки, получается. Яхты поставили у причала. Теперь прогремел выстрел. Пошла регата яхт, началась. Первая лодка пошла. За ней вот этот вот шлейф водяной, да, раздвигает мышцы. Вторая лодка пошла. Третья пошла. Четвертая пошла. Раздвинули все мышцы, да, то есть опять же делим зону на 4 части. Раз, два, три, четыре тут вместе получается с плечом. Потом на 3 части, раз, два, три, потом на 2 части, раз, два, и на 1 часть. Получается, 4 лодки запустили. Пятая пошла, раз, два, шестая, седьмая. Восьмая пошла, раз, девятая. И последняя, десятая. Сколько мы лодок поставили? 9 здесь, 10 здесь, да? 10 запустили. Логично? Логично. После 10 лодки мы начинаем декомпрессию. Вставляем локоть так, чтобы он упирался в гребень, вот выступающий, да, косточка гребня подошвы кости. И середина крестца. Это две самые выступающие части. Получается вот так вот. Вот подгнали, вот видите, вот, зацепились прям. Второй локоть ставим вот тут вот. То есть пропускаем позвоночник на реберно-поперечное сочленение. И в противофазе вот так вот расшатываем, декомпрессируя. То есть тут я толкаю назад, а эту руку вперед. Еще раз показываю. Растянули. То есть рука стояла так. Теперь мы ставим оба локтя сюда. И один локоть растягивает таз, а другой реберно-поперечное сочленение. Это уже такой мощный проход. Всем весом делается. Вот, я поставил подальше. Вот, параллельно сначала локти, да? И теперь без раскачивания, просто давление. На выдохе выдыхаем. Где надо, можно вот дополнительно продавить и с помощью головы задать маховик такой. Все, терпим, отдыхаем, предупреждаю обязательно человека, да? Все, локтевая работа закончилась, дальше перейдем к частным зонам. Вот таким методом, разминая трапецию, переходим к лопаточной зоне, но об этом будет в следующем видео. А сейчас хочу только сказать, что не забывайте предупреждать клиента, чтобы он дышал. То есть вы ему помогаете своим дыханием. Лежи, я все тут продемонстрирую, как дышать. Вот, то есть вот здесь мы выдохнули, будем как бы подсказывать и говорить так же, да? Выдох. Еще раз выдох. Выдох. Давай вместе дышим. All together now. Вместе. Два раза осталось, да? Выдох. Теперь один раз. И растягиваем его за бочину, взяли, даже втянули. И теперь предупреждаю, что будет длинный протяжный выдох. И сейчас я посильнее пройдусь. Отдыши и расслабляйся. Да, выдох, выдох. О, продавили. И одна рука догоняет другую. Вот, закончили наши приемы локтевые. Что мы сейчас будем отрабатывать на практике, а если вы не с нами, то зря вы не с нами, мы вас ждем, без вас не начнем. Хотя бы поставьте лайки и подпишитесь на наш канал. Там колокольчик вверху. Нажмите, чтобы получать уведомления о новых полезных уроках.